блок для высоких нагрузок фирмы Кэмп, модель Наяд Pro. Данная модель выполнена из алюминия. У нее независимые открывающиеся щечки, а сам ролик имеет подшипники. Модель Наяд Pro отличается большим КПД от модели Наяд. Данная модель является просекблоком, то есть вот эти щечки могут свободно отжимать схватывающий узел на веревке, которая через него проходит. Масса блока Наяд Pro 300 грамм. Модель хорошо подходит для спасательных работ, для промышленного альпинизма, натяжения больших переправ и поднятия тяжелых грузов. Как это работает? Закрепляем сам блок, причем в ухо блока может влезть до 3 карабинов. Таким образом, он может быть использован в многоточечной системе. Также есть еще две боковых точки, что позволяет позиционировать блок в пространстве, например, при перемещении тяжелых грузов в риггинге. Внизу есть еще одна дополнительная точка для создания сложных полиспасов. Например, сюда можно закрепить еще один блок. Чтобы блок работал в автоматическом режиме, мы навязываем какой-нибудь схватывающий узел, в данном случае тройной прусик, и фиксируем его в системе, например, через боковое ушко. Теперь, когда мы прилагаем нагрузку на прусик, он отжимается щечками блока, а когда нагрузка снимается, он самопроизвольно фиксируется. Чтобы спустить груз, мы должны чуть-чуть отжать блок. Таким образом, система может работать при подъеме грузов, пострадавшего или натяжении переправ. Чтобы увеличить эффективность системы, нужно уменьшить ход самого прусика. Поскольку Наяд Pro имеет множество дополнительных точек крепления, с помощью этого блока можно собрать сложные полиспасные системы. Например, в нижнем ушке можно закрепить зажим, который будет фиксировать веревку. Например, при подъеме легких грузов. Добавив в систему еще один блок, мы получаем полиспаст 1:3. Добавив в систему еще один блок, можно уменьшить прилагаемое для подъема усилия.